Молодец. Серега, ты живой? Серега! Блин, Сережа, вставай! Блять. Так, это самое, парня надо вытаскивать. Каким образом? Не знаю. Это, доставай вещи. Господи. Если бы я знала, что вот она машина, я веду людей. Понимаешь, как ты расслабила меня? Ласточка звонит, психует, ну что вы там решили? Я из-за вас не еду на это поле на какое-то. Я говорю, слушай, блин, не едешь и молодец. Все, если вы сейчас в течение там получаться, что-то не решите, я иду одна. Я говорю, иди куда хочешь уже, иди. Машка звонит, Катька звонит, все. Вот пиздец. Все, при мне это. Какого ляда этот дебил поехал на красный свет? Дебил, потому что. Вот выйди ему и морду набей. Господи, главное, что живой. Ну, у него еще сейчас шок. Первый раз в жизни. Фу, аж вот. Это у меня аж остановилось. Меня, все, живот отвалился. У меня тоже. Господи, на ногах, слава богу, все. Потому что не сильно. Пусть вызывается это... У тебя регистратор? Да. Угу. Не создали, поэтому их ноль на табло абсолютно закономерен. Ответная игра на Крестовском должна дать ответ на вопрос, что это было, проблема роста или система уже начала давать сбой. Второй представитель России в квалификации Лиги Европы, Краснодар, на своем поле обыграл Цервену Звезду 3-2. И этот счет для домашней игры не очень хорош. Сербский клуб по ответной встрече устроит победу со счетом 1-0 или 2-1. Многовато в родных стенах пропустили быки. Но после игры главный тренер Краснодара Игорь Шалимов результат встречи назвал нормальным. Ну, одну из задач ставили, на наш взгляд, очень... отмечать выходные, а второй мы сыграем в Эль-Классико. Принципиальное противостояние, настоящий дерби, Спартак ЦСКА уже завтра в 17:30. Нам нужен один болельщик Спартака, один болельщик ЦСКА, которые уже сейчас могут решить, кто победит в дерби. Естественно, в прямом эфире Спорт FM 276-0-93-2, 276-1-93-2, код Москвы 495. 100% азарта. Пока вы дозваниваетесь, читаем ваше сообщение, смотрим вообще по сторонам, обозреваем все главное в спортивном и не только мире. Делаем это вместе в WhatsApp, в Viber, в группе ВКонтакте, на СМС-портале. Например, сегодня мы говорили о словах, о новых словах, которые мы выучили, может быть, которые знаете теперь. И...
ебаный в рот, блядь. Печка была, слетел. Пацаны, давай, ага. Если что, видеорегистратор есть, посмотрим. Все, хорошо. Все, ужас, пора, куда прет, ужас, ага. Вообще пиздец. Сколько там всего? 740. Он тебя записал? Да. Ну, я не знаю. Ну, оставь вон это сейчас видит. Смотри, поэтому. Серьезно.
Стоп. Дима, я боюсь. На руки. Дима, спасать людей надо, бегом. А чё ты? Ты чё, дурак, что ли? Куда ты едешь, блядь? Пидорас, блядь. Ебаться, сраться. Ох, друг, как же тебе. Вызывай скорую, быстрее. Вызывай. Звони. Иди выбегай из машины, иди, да, беги, да. Ищи. Мать.
А кто виноват? Ребята, помощь нужна?